Йоу, ставь лайк, если помнишь этот фон. Друзья, сегодня я вам советую подписаться на канал Андрея Сибскана. Качественный монтаж, много интересных рубрик, да и вообще парень в прошлом профессиональный футболист. А значит, явно должен неплохо катать фифу. Ссылка на канал Сибскана будет в описании. С вас подписки и лайки, а с меня начало выпуска. Всем привет, друзья, всем доброго времени суток. С вами гнусавый Герман, потому что я сейчас болею. У меня болит горло, у меня насморк, и если вы следите за моей группой ВКонтакте, то вы знаете, что я уехал к родителям в старый дом, где когда-то я начинал свое творчество. Я думаю, кто-то из вас вспомнит этот задний фон Лондона с будками телефонными. В общем, друзья, миссия невыполнима, как я и обещал, выйдет в воскресенье, но так как встречаю я эти выходные не в Москве, то и начало этого ролика будет тоже не в Москве, и изначально подберу, наверное, миссию или обе, не знаю, как пойдет. В общем, начну я съемки здесь. Хватит болтовни, и самое время посмотреть вашу любимую заставку к миссии невыполнимой. Поехали! Попадись мне в пневматического ружья в сырое яйцо с 10 метров. У тебя 10 выстрелов. Ну что ж, друзья, вот я, вон там будет стоять мишень моя. Это яйца, которые будут... будет одно яйцо, оно будет стоять на бутылке. Вот, я приготовил целых 3, потому что я слишком уверен в себе. Когда-то я мог попасть белке в глаз, если она... будет большой, как я, вот, ну, такая прям здоровая белка с большими глазами. Ну что, друзья, первый выстрел. А можно я попаду? Спасибо. А можно чужие фразы не тырить? Спасибо. Ну-ну, блять, кто бы говорил. Ага, спасибо. Второй будет точно, прям в яблочко. Прям, ну, не в яблочко, а в яичко. Поехали, друзья. Да как так-то? Серьезно? Нет, мне просто любопытно. Я не понял, попал ли я куда нужно или нет, но яйцо разбито. Все. Пи***ц, гомункул. Сейчас посмотрю на повторе, но у меня есть еще 2, если что, я попробую повторить трюк. Так что, друзья, осталось всего 2 яичка. Ой, блин, как у меня. Ладно, поехали. Блин, а мне интересно показать вам. Не, мне не получится так. Ну, короче, вот... Ну, я пытаюсь. Вот они, годы тренировок. Вот они. Ой. Counter-Strike Global Elite. Ой. Сильвер. Шестой справляется с яйцами. Ну вот как-то так. Сделай трюк. Держишь мяч на ноге, затем заносишь ногу за ногу, отпуская мяч и быстро разворачиваешься. 3 раза подряд, чтобы мяч ни разу не упал.
Честно говоря, я не сразу понял, что от меня хочет Вадим, но подумав и посмотрев несколько роликов с фристайлом, я, наверное, все-таки догадался. И поправьте меня, если я выполнил трюк неправильно. Что ты подаришь на день рождения Кути? Бытует мнение, что подарки нужно дарить действительно нужные, которые могут пригодиться для какого-нибудь хобби, поэтому... Да, потрясающая шутка, я знаю. Может быть, ты тоже гомункула сделаешь? Плизики. Итак, этот эксперимент сейчас настораживает абсолютно всех. Весь интернет занимается тем, что делает гомункулов из куриного яйца. Друзья, я тоже не обошел стороной. Итак, чем же наш эксперимент... Эксперимент не удался, друзья, не удался. Не хочу, чтобы ты был ютубером. Хочу, чтобы ты был Гарри Поттером. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Тебе действительно только Бэтмен нравится, а как же другие персонажи из Марвел? Все дело в том, дружище, что не всегда получается стать тем, кем ты мечтаешь. Поэтому у меня все-таки сложилась жизнь иначе, и я далеко не Бэтмен. Мне как-то вот иначе, но все-таки я слежу за его творчеством, мне действительно интересно. Но вот на этом все, друзья. Не-не-не, что-то я переборщил со своими возможностями. Друзья, в общем, на этом на сегодня все. И я искренне надеюсь, что моя болезнь и временное отсутствие никак не повлияло на качество этого ролика. Я действительно старался, и если у вас есть желание меня поддержать, пока я болею, то самый лучший способ — это поставить палец вверх и написать какой-нибудь комментарий. Ну и по традиции, друзья, если вам понравился этот ролик и вы на канале впервые, то почему бы не подписаться? Ну и как всегда, с вами был Герман Эль Классико. Всем удачи и помните, что невыполнимых миссий не бывает. Пока!